импровизированных подмостках Омского молодежного центра «Химик» исполнитель собственной песни «Мечи и орала» Борис Ипатов. Вместе со своей группой он приехал из Астаны на фестиваль авторской песни и поэзии «Камертон». 2 года назад ребята уже пытались покорить омскую бардовскую сцену, но безуспешно. На этот раз, уверен Борис, ему удалось написать песню, достойную победы. Это такой манифест миротворчеству, пожалуй. То есть отказу от войны как способа решения проблем, от насилия в целом. На фестиваль помимо Бориса Ипатова приехали из Казахстана и другие таланты. Вместе с поэтами, авторами и исполнителями из России участников «Камертона» в этом году набралось 83 человека. За небольшую свою историю, всего 4 года, конкурс уже успел стать для любителей бардовской песни и декламаторов собственных стихов самым ожидаемым и волнительным событием. Люблю приезжать сюда не просто как бы для каких-то там призов и прочее, а просто для участия. Мне нравится это общество. Я уже всех здесь знаю, меня тоже все знают. Семья такая. То есть, ну да, можно сказать, семья, объединение. Целых 3 дня потребовалось жюри на то, чтобы отслушать всех участников и выделить лауреатов фестиваля. Со своими номерами победители выступили на заключительном концерте. Среди них автор-исполнитель Полина Избалыкова, село Большие Уки, Омская область. Обращаюсь к тебе, я смеюсь, не в попад. Говорю сам с собой, тебе глядя в глаза. Музыкальный коллектив «Дуэт Лягушата», Омск. Поэт из Астаны Екатерина Калинина. Если это жизнь, его кино, которое включает он за чаем, заваренное облаком случайным, влетевшим поутру в его окно. Автор-исполнитель из Барнаула Владимир Башев. Подожду сочинения на тему любви, по роману Толстого Петрарка. У 10-го А еще все впереди, а у нас книга жизни в закладках. Музыкальный коллектив «Ля Суэрте Бэнд», Омск. Исполнитель Кристина Савельева, Омск. Итогом фестиваля «Камертон» стало вручение дипломов победителям и призерам. И, конечно же, отпечатанная в память неповторимая атмосфера дружеской встречи, хорошей поэзии и красивой музыки. А я вчера ходил за песней далекие, где мокрый снег. Честно, я промочил, но где в награду эту песню я получил? Ее сложил один курестник, живущий там.